В США ужесточат правила выдачи грин-карт. Верховный суд страны поддержал инициативу Дональда Трампа. Появится больше причин отказать легальным мигрантам в получении заветной карты. Например, если власти заподозрят переселенцев в том, что они рассчитывают на государственные пособия. Проблемы возникнут и у тех, кто пользуется льготным медицинским страхованием и участвует в программе на получение талонов на еду. Отдельное внимание уделят уровню владения английским языком. Нововведения могут затронуть около 20 миллионов человек без американского гражданства, которые сейчас законно находится в США. Напомню, Белый дом уже пытался ужесточить правила выдачи грин-карт прошлым летом, но тогда распоряжение не вступило в силу.